О, мама уже с ведрами стоит, едем по малину. Так куда? Та чего? Ну, а багажник для чего? Не надо мне в салон ведро, не надо. Не надо ведро. Сідай зараз. Ти хочеш ззаді сідати? Та я ззаді. Ну сідай ззаді, сідушку отодвину. Бо ти не хочеш мені це. Ні, я не хочу, бо ти пікає, ти не пристегуєшся, то я що зроблю? Та для чого, як я багажник покладу? Бутилка з водою, мама. З водою бутилка. Папіроси. Хай лежать. Хай лежать папіроси. Ти мені зараз будеш порядок в машині наводити. Папіроси. Я закрию. Той раз як їхав, я б вулицю проїхав. Цей раз вже думаю, не проїду. Поїхав був і не в той поворот свернув. Вуличку. Для чого? Як є багажник, то багажник. Бутилка гаряча. Ну то ж гаряча, мамо. Що ж ти хочеш? Нагрівається? Що в машині нагрівається, як ти хотів? Ну, що таке сраку? Це ж не холодильник. О, зараз кондиціонер включу, то воно буде дути, то буде прохолодно. А я б ти тут раз ти подала. А для, куди ти мені подаш, як ми приїдемо, заїдемо туди? Як ти мені будеш подавати відра, мама? А чого ти не взяв чимось накрити? Для чого? Я багажник поставлю, там багажник не впаде. Для чого накривати? Для щоб... Я впереді тут два поставлю. Я ж не переверну відра, чого я їх переверну чи що? Будемо їхати акуратно, я ж не спішу. Куди спішити, мама? Ми ж не спішимо. Ми не спішимо з тобою. Купимо зараз малини. Малини, калини, та й все, ти приїдемо. Малина, калина, не верба. Ні, вишень немає. В цьому году, бачиш, навіть у сусідки вишень немає. В тому году скільки вишень було? Повно. В цьому году вже все, немає вишень. Вишень немає, мама. Як це, дядько, що вікна закриті і немає? Та є він вдома. Десь робить, я не знаю, в театрі чи де він робить. Він постійно на роботі, я не знаю. Він один живе, цей дядько. Не знаю, десь він робив, вроді, в театрі. Костюми видає, чи як він, я без поняття. Як що він в театрі робить, я не знаю. Вроді так. Не жарко тобі? Ні. Ну то я включив кондиціонер. Та буде зараз прохладно. О, з мамою вже взяли малину. Заїхали ще в магазин. Хліба купили. Не будемо їхати домой. Що, мама? Це білий хліб. Що, поганий? Це наче хороший. Ну, то так само я вчора брав хліб нормальний був. Що, запечатаний, все, я що, всередину заглядаю. А вже Свята каже, що він зацвів. Ну, що я зроблю? А він вже зацвів. Те, що я зроблю. А там вже сидять під магазином, пиво п'ють. Та їх немає. А? Кажу, та алкоголіків немає. Та є. П'ють, мама, що зробиш? А що зробиш? Хто хоче пити, той нап'ється і так. Так, зараз привеземо малину. Наверное, варенье будем делать. Да, скорее всего, что варенье будем делать. Уже так малины заморозили. А это сделаем варенье. Так, мам? Так. Так, уже приехали с мамой. О, уже наши барбосы лают. О-о-о. Вылетает банда орлика. Что уже, раздувайся в машине. Да дай вылезти.
Ну, тебе еще дали баночку томатного сока. Дякую. Еще томатный сок. Мама говорит, что мы, говорит, ту сторону едем, что подсолнухи. Какие подсолнухи? Сказала близко, а то так далеко. Что, Оля Людина? Да вы хоть из дома выехали на Любе, не? А мама в машине сидела. Мы взяли два. Правильно, два ведра. Говорят, что тоже надо поливать, потому что проблема, солнце все палит, Светлана. Они тоже варенье будут закрывать. Сахаром перед этим? Варенье сделаем, так? Сахар, да, варенье, да, все, по-моему, хорошо. Варенье, ну, по ведерочку, то и там дальше продавать. Ну, да, а? За забор, то и продавай. Перец готов? Поторгуем что-то. Перец уже сварился. Я только чёрный, Саша. Ты в машине. Мам, нет. Вы будете пробовать перец? Или будет Андрея ждать? Будете кушать перец? Коля уже приедет. Ну, Коля приедет, я не знаю, во сколько он приедет. Он позже приедет. Мама каже, я бы где там жила, правда? Не понравилось маме? Такие ямы, там до неї їхати, хороша дорога. Живу, то ля, на кабель. Та чого? Дома хороші, чого? Дома, да. Там доми ще багато, двохетажні. Двохетажні, пристрої. Сладка? Это варенье сделаем, да? Варенье. Они тоже говорили, что уже варенье. Она вчера делала варенье. Где-то перепроводка. Заехал тут и не сюда. Не в той поворот завернул. Тут и не сюда. Ёлки-моталки. Тут документы. Я не... У меня есть. Завтра докупим. А что нет сахара? Я был в магазине, надо было сказать. А ты что не знаешь, что у нас дома сахара нет? А я же покупал тогда 4 пачки. Ну, а ты, варенье было. А, яблочное варенье варили, точно. Да, ну, завтра куплю. Я завтра куплю, ты что, есть сахар, засыпай, я завтра куплю, я доварю варенье, ну, я сделаю. Я заварю, а остальное ты доваришь. Завтра еще сахара досыпишь и хорошо проваришь. Только не закрывай завтра, может вечером закрывай. Не, вечером закрывай. Надо хорошо, раз, два, три, прокипело, постояло. Лиречка пластинку ест. Да, мам. Варенье, варенье. А что ж? Малиновое варенье, Оля Леонтьевна. Я сейчас сделала такой вкусный рулет. Вы еще такого не ели, и никто вам такого рулета не делал, Оля Леонтьевна. Вот сейчас поедите перец, я вам отрежу кусочек. Просто много варенья идет, потому что варенье с рулетом вообще супер. А мама малину будет сырую есть с рулетом. О, мы пока с мамой за малиной ездили. Светлана, что это, бисквит или что-то сделала, рулет? Да, рулет сейчас порежу. Это с малиной? Не, мам. Да, нарежь ты. А я с малиной. Сегодня, куда же малину, все даже не успели ничего сделать. Вот эту попку отрезать. Мама уже малину хочет. Видишь, он? Вот так. А, с вареньем. Угу. Классный рулет. Это я уже наелся. Попробуй кусочек. Попробуй сладкую тушу. На, Андрюша, ты попробуй кусочек. И долечка. И долечки, да? Не, долечки не давай. Я шучу. Угу. М-м-м. Хорош. Хороший. Тесто такое классное. Ну, вчерашняя малинка. Я ее уже проварил. Это уже четвертый раз. Ну да, четвертый раз я ее.
Такие небольшие банки буду, маленькие. Вот точно, не дай бог, света не будет. А так себе баночку открыл, заболел или что. Будет прекрасно зимой, как находка будет. Мы уже малины запаслись, а хорошо. Малиной запаслись мы хорошо. О, сейчас ее закрою. И вот вышло сколько баночек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь баночек. Как раз супер. Зимой себе открыл. Небольшие баночки. Простудился или что. Да даже что-то печь. Варенье всегда пригодится. Какое будет густое, хорошее. Все. Не переворачиваю. Потому что эти такие баночки закручиваются.